Доброе утро, ребят. Ну что, у нас, как обычно, сегодня с утра обзорчик акций. Посмотрим, что на аккаунтах, что на серверах появилось интересного нового. О, наконец-то вижу, уже появились сменки. На многих серверах они пропали, сменки чар. Точнее, созвездий, а не чар. Созвездий 7 и 8. Так, что у нас еще интересного есть? Скинов таки нету. В основном дофига что-то. О, нифига себе. Вот это неплохой пак. Неплохой действительно зефир целый. Дуэлянт сразу же. Айджи удивляют. Реально умеют удивлять. Так, окей, посмотрим, что дальше. Так, такое себе. Скин на Фрейю, скин на этого. Занаем героев, ну ничего такого интересного нет. Парящий закрылся, хрусталка. Кстати, хрусталка очень часто начала быть, вот, неплохо. Скин. Нужные скины. Два есть. Тоже дуэлян целый. Зефир и дуэлян. Так, лаборатория. Шоппинг спри есть. Интересно, посмотрим, что у нас нового на шоппинг спри. Зефир. Прям целый. Здесь сменки тоже есть. Камешки. Ну, такое. Тоже неплохо. Но нового героя так и не добавили на русском сервере. Мэри уже добавили сюда. 5 500. Теперь им гифты не очень. Траты. Нету что-то никаких халявных акций. Так, проспектор, это мы бегали. Такое, в общем. А, о, ничего себе. Есть еще дополнительно у нас молотки бога грома. Ну, тоже не ахти. Добавили бы туда Мэри, либо дуэлянта пониже. Было бы интереснее. Так, ну понятно, с английским сервером все. В принципе, шоппинг спри плюс вот такой вот пак. Довольно-таки неплохо. Так, окей. Поехали на русский сервер. Смотрим, что у нас на русском интересного. Может, что-то действительно тоже поменялось. Так, станем химиком. А на русском, как обычно, заработаем героя. Подарочки авиара. Ну, относительно других акций, эта акция довольно-таки неплохая. О, тоже дуэлян за один пак. Причем, ну там, конечно, зефир. Здесь зефира нету. Здесь просто влепили руны таланта. Там 1500 камней, 100 львицы, а тут волчонка. Ну, тоже довольно-таки неплохо. Дуэлян за большой пак. Нормально. Уже остров пропал. Ну, надеемся, где-то на неделю он появится. Он, скорее всего, появится по 30 число. Так, окей. Идем на немку глянем. На немке самый трэш.
Так, 1 плюс 1. Есть лаборатория. Это что-то они ввели. Карту не знаю, что-то новое. Сейчас глянем, что немцы опять интересного придумали. Так, понятно. Базар. Вообще акции. Дуэлян, ну, такое. Авиар здесь тоже не очень. Ну, кстати, надо забрать. Я вчера, наверное, завтыкал забрать подарок отсюда. Они все-таки забрали. И что у нас сегодня? Скин на седну еще плюс 100 штук. Нормально так дает. А, это 100 штук самой этой. Нифига себе. Обалдеть, я думал это 100 скина, это все-таки 100 осколков. Седны на халяву, нормально. Это у нас какой-то другой аккаунт, а у нас здесь обновление же было. Я думаю, что за фигня. Нормально тогда, 3 леги. 3 тычки и 3 леги. Думаю, что за фигня творится. Вот, посмотрите на коллектор. Это что у нас? Это за питомцев дают. Блин, обалденная трата питомцев, я вам скажу. Смотрите, чарку дают. 9000. Плюс новые итемы, плюс сундуки. Самое интересное, вот эта вот книга, это плюс один лавл. Так, один плюс один, сейчас посмотрим. Ну, такое... Ну, прикольненько придумали с малышом Ником. Но здесь печеньки, конечно, продают полным. Смотрите, 1 плюс 1 еще раз. Вот печеньки у них. Единственная серия, где пока таких конкретно продают. Так. Что тут у нас больше? Ничего такого интересного. Скины. Даже нету, но акции здесь в 11 часов обновится. Тогда посмотрим. Так, побежали Тайваньку глянем, что на Тайваньке у нас интересного есть, и забежим еще обязательно на Алиосик. Кстати, вот это вот окошко, оно всплывает. Не всегда, не на всех серваках. Так бы я быстрее бы забирал, а так получается реально срань полная. На одном забрал, на другом не забрал. Такс, это за сменки, это за трату. Ну здесь понятно, кухника можно без проблем собрать. Так, большие паки. Зефир, как обычно, один пак. Ну конечно, тоже дуэлянт плюс скины. Ну, на большинстве серваков уже смотрю, дуэлянта свободно пихают целого. Ну, на этом, на... Как, блин, его на английском сервере и зефира, и дуэлянта дают сразу же. Странно, что они так на русском. Ну, на русском тоже будет через полгода где-то. Не раньше. Так, что у нас с этим? Так, поехали. Здесь скидки, кстати, здесь вот продают скин на ворожая, как видите, вообще за самики неплохие, кстати, скидки. 12 зефира, лям кулаков, мешки зефира за донатные, скорее всего, камешки. Вот плюс плюхи такие. Ну реально, этот сервер тоже один из топовых. Еще больше такого нового нет. Так, что-то не хочет запускаться. А сервер. Все, вот оно пошло. Поехали, чекнем, что у нас.
на Алисе интересного есть. Так, магическая лаборатория, понятно, сокровищница. Давайте, кстати, глянем, что на АИС сервере интересного в сокровищнице. Гляди, Лео, Теква, Рибит, Арктика, Некрос. Ну, такое себе. Так, это понятно, это понятно. Сферы дракона, тут ничего интересного нет. Колесо и хрусталка. Хрусталка. Какая? Не знаю. Апекс камни. Так, а что на рынке творится, смотрим. О, нифига себе, посмотрите, какая трата. Вот это действительно стоящая трата. Блин, 250к кулаков, 300 слизней за 8000. Это вообще обалдеть, за 20к еще сундуки, камешки. Реально, трата реально крутая. Реально, трата одна из топовых. Так, вот это такой же рынок, как и у нас, 7-дневный набор, скины, а вот тоже есть зефир, дуэлянт, в принципе неплохо, ну а так ничего больше нового пока нет. Так, добавили мы немножко слотов. В общем, такие вот, ребятушки, пироги, пишите комменты. Что вы думаете по поводу островка, когда он у нас появится. Так, набор продвижения. Спасибо, IGG. Интересно, что там будет изменено. Возможно, изменят, потому что очень много критики. Все, всем удачи, всем пока.